Мичурин как-то раз спросил свою мадам: «Хотите, дорогуша, попробовать банан?» «Мой не такой, как все. Совсем другого сорта. Под тонкой кожурой он словно крем для торта». Мадам смутилась, цепенея: «Вы хам! И ваша ахинея прикрыта маской нахала. А я за вами так страдала. А вы маньяк и раб распутства. Вы оскорбили мои чувства». Так глупые фантазии расставили границы, сыграв с воображением обиженной девицы.